Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Поинт, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Ephere. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока.
Так, смотрите, что я хочу сделать щелкой. Если смотреть на рефы, которые я достал, я хочу, значит, вот это вот дело. Здесь больше у меня рефы по бороде. Вот это вот дело сюда. Так, что я хочу сделать? Я хочу совместить, то есть придумать конкретный вариант, вот этот вот спереди и этот сбоку. То есть как-то их совместить, они по хаосу немного похожи, то есть сделать вот такой вот летающие волоски, хаос и так далее. Мне кажется, даже для плашек это интересный челлендж такой, вот это все воссоздать. Поэтому, ну, сейчас мы работаем над real time под MetaHuman. И сейчас я буду делать это, ну, воссоздавать этот момент. Мне кажется, будет удобнее даже уже не гидами, а конкретно выделять какой-то пучок и его прорабатывать, там, может, по маскам, по группам разбивать и создавать какие-то хаос, вот такой вот фризом. То есть работать по новому workflow, который недавно добавили в третью версию. Мне кажется, это очень будет удобно. Да, вы можете быстро назначить какой-то модификатор, кулинг, и это все так вот разбить, но там будут пересечения. Мне интересно вот воссоздать прям по фотке вот эти моменты. Не досконально, конечно, пиксель в пиксель, но стараться повторить. Поэтому сейчас буду это делать. А потом уже, когда закончу эту прическу, создам плашки, уже приступлю к бороде. Хотя по логике лучше создать потом бороду сразу, а уже потом начать плашками. Ну, посмотрим, время покажет. То есть сейчас, если смотреть на рендер, прическа более сглаженная. И я не буду спешить добавлять фриз. То есть я сначала проработаю форму, отделю там как-нибудь тающие волоски сделаю. Сделаю хаос вот здесь вот. Сейчас я покажу на рендере. То есть сначала проработаю переднюю часть. Вот. Можно на этом остановиться, как бы, да, там, ну, то есть здесь пучковатость проработать, но я хочу получить ту, которая на фотке. Ну, видели, да? Вот тот вариант. Поэтому буду сейчас это прорабатывать. Для сглаженной прически, в принципе, вариант выглядит нормально. Ну, там некоторые моменты можно доработать, но мне интересно вот такой вот челлендж, то есть получить вот этот вариант. Поэтому сначала я продумаю пучковатость. Наверное, сделаю сейчас пурирев вот сюда вот. Таким вот образом. Потому что это будет интересный мод Always on Top, чтобы был. И поставлю эту прическу вот так вот. И буду вас создавать пучками прям. Вот. Наверное, добавлю вот этот момент. Он достаточно интересный. Хотя мы здесь уже, ну, я продумал вот такой разрез. То есть вот это вот я не буду добавлять. Вот, зачем оно надо? Ну, то есть это надо опять передумывать, прическу продумывать. Зачем? Вот. Ну, я думаю, вы поняли, что вот эту часть я совместил из этих вот моментов. То есть какие-то вот переходы, да, там, вот эти все дела. Вот, а теперь задача воссоздать это все дело. Начну спереди. Так, смотрите, у нас куча всяких модификаторов. Что я хочу сделать? Я хочу удалить вот эти вот фризы. Потому что они пока не нужны, ну, мы их будем прорабатывать. Потом GenerateStrandData оставлю, фриз удалю. Хотя нет, он для клампа был. Вот. Суть в том, что я хочу сколлапсить это все. Но чтобы избежать всяких нюансов с Backed Hair, то есть с атачем ее к новому скальпу, я экспортирую этот алембик полностью, вот со всеми модификаторами, которые, ну, Unreal Engine пока удалю,
Вот, есть вот такие модификаторы, это будет Baked Hair. Можно сколлапсить здесь, но чтобы уже 100% быть уверенным, что все будет окей, я хочу экспортировать его как алембик. Вот, только здесь выбираю Y, потому что моя up-axis у Maya Y. Вот, и use render version, world key 11, все. Экспортирую в AX алембик. Затем удаляю этот объект. Вот. Ну, я думаю, вы поняли, как я удалил. Правая кнопка мыши Delete. Вот. А теперь для этого скальпа делаю Reset XForm, Modify Freeze, Reset, Edit, Delete, All by Type History. Это чтобы избежать всяких проблем. Проверяем, здесь все окей. Так, теперь импортируем этот алембик. Вот он у нас есть. У него включаем отображение Facing Hair, чтобы было удобно. Вот, бывают такие моменты, что когда мы делаем attach при 0%, ну, то есть при 10%, то, ну, я сейчас покажу, что бывает. Set Distribution Mesh, Set, Attach. Вы можете увидеть такие моменты. Вот, что. Но если включить 100%, все будет окей. Вот. Поэтому просто работаем со 100%, но делаем hide, чтобы не тормозил viewport. Ну, хайдим определенную часть и уже с ней работаем. То есть вот мы будем работать с этой частью. Скальп. Так. Все. Назначаем EditGuides и дальше я снова не комментирую. Наверное, сейчас я себе нарисую некоторые моменты, чтобы глаза не путались. То есть разобью по цветам в фотошопе вот эти, ну, основные пучки, на которые буду ориентироваться. И буду использовать тоже как реф.